Председатели садовых товариществ собрали в городской администрации. Представители Госадмтехнадзора, противопожарной службы и полиции сакцентировали внимание дачников на актуальных вопросах. Председатели СНТ, в свою очередь, поделились своими чаяниями. Один из вопросов – вырубка деревьев, поломанных во время ледяного дождя. С земли сучки можно утилизировать, а вот стволы и пни можно убирать только с разрешения. В случае, если лес не относится, так сказать, к Гослесфонду, вы обращаетесь в администрацию городского поселения Сергиев Посад. В случае, если относится к Гослесфонду, то филиал ГУПМО «Мусоргулес», да, по-моему? Лесничество, которое находится в микрорайоне «Лесхоз». Безопасность, вывоз мусора, правильное оборудование мусорных площадок и обязанность содержать в порядке забор, ограждающий садовые товарищества. Обо всем этом тоже говорили на встрече. Подробно остановились на ситуации, когда дачники выносят мусорные контейнеры за территорию СНТ. Схемами планировки ваших товариществ предусмотрены контейнерные площадки, которые расположены на территории ваших товарищ. Соответственно, если вы ее выносите за пределы, то возникает вопрос, а куда вы деваете ту территорию, которую у вас по плану запланировано под мусор. Но еще раз повторяю, вопросы земельных правоотношений разрешается Белопосадский муниципальный район. Представители пожарных и Госадмтехнадзора предупредили, что сейчас идут внеплановые проверки садовых товариществ. Дали понять, привести дела в порядок дешевле, чем оплачивать штрафы. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, программа «События».